Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о кресле, которое мне очень понравилось. Категория 01. Сегодня мы будем рассматривать. Моделька называется Maxicosi Mica 360 Pro A-Size. Прям напоминает какой-нибудь Cherry Ultra Pro Max какой-нибудь китайский автомобиль. Название длиннющее, но зато мы по названию понимаем, что оно из себя представляет. Вот, оно с разворачиванием 360, соответствует стандарту I-Size, это Pro-версия. Вот, поэтому это, скажем так, топчик у Maxicosi в этом сегменте. Что касается, друзья, безопасности, мы же для этого покупаем, да? Это кресло имеет очень высокие результаты по краш-тестам на Даке. Вот, по ссылке внизу пройдите, и вы там увидите у нас в характеристиках ссылочку на DAC по этой модели. Можете как бы детально изучить, но очень высокий балл, сразу вам говорю. Вот, Maxicosi Нидерланды, вдруг кто не знал. Хочу вам вес сказать этого кресла. Это кресло нелегкое, друзья. Оно весит 14 с копейками килограмм, потому что здесь большое кресло с большой базой Isofix, и оно нелегкое. Но оно очень безопасное, поэтому по весу можно, в принципе, не париться. Если вы там с машины в машину каждый день не кидаете, то все хорошо. Так, давайте взглянем на него. На 360 градусов крутится, все дела, все здорово. Но так как оно с рождения, оно у нас будет повернуто против движения и наклонено вот так горизонтально. И что хочу сказать, здесь очень хорошее лежачее положение. Естественно, полностью ровно. Не горизонтальные они не бывают, но смотрите, вот как бы вот не двигая, вот вам сразу угол. Это прекрасное положение для новорожденного ребенка, для дальних поездочек будет очень хорошо. Естественно, долго нельзя новорожденному в любом случае, но среди 0-1 категории это один из лучших показателей, друзья, поэтому все хорошо. Подрастает, можно уже подсадить ребеночка и двигаться все равно против хода движения. Очень-очень круто. Так, давайте я его разверну к вам лицом. И смотрите, вот как раз-таки это тот вкладыш, точнее говоря, вот вкладыш, который дает нам вот это чудесное положение ребеночка. И фирменная тема Maxicosi, это когда ремешки торчат все время вверх, чтобы удобно было посадить ребенка. В этом плане они вообще красавцы. Так, вот этот вкладыш. Видите, какой он. Вообще, новорожденный ребенок, он самый хрупкий. И ему нужно дать максимум безопасности в первый год жизни. И вот этот вкладыш у нас в этом плане очень хорошо, грамотно сделан. Он максимально хорошо фиксирует ребеночка. Не должен быть у ребеночка свободный ход там вправо-влево. Он должен хорошо, плотно быть зафиксирован. И никаких лишних движений при ДТП ему совершать нежелательно. Поэтому такой здесь офигенный вкладыш. Просто обалденный, прям мягенький, классненький. Убираем в сторонку. Месяцев 4 обычно уже он бывает тесноват, поэтому его можно будет потом вытащить. И вот видите, ремни сразу растопырены наверх. Это фирменная тема Maxicosi, чтобы удобно было сажать ребенка, и он не мешал. Ремень в смысле. Так, пятиточные ремни понятно. Здесь у нас с обратной стороны такой состав, который не дает скользить по плечу ребенка к креслу, чтобы ребенок не проскальзывал по ремню, под ремнем при ДТП. И он не травмировал дополнительно ребенка, и лучше фиксация была самого ребеночка. В этом плане все очень хорошо. И вы можете, кстати, заметить, ткани перфорированные, и летом очень хорошо ткани дышат. Вообще, не хочу там преувеличивать, но в 0.1 категории из того, что сейчас на рынке есть, вот в ассортименте мира автокресел, например, вот эта моделька мне лично, мне, мое мнение, пока что нравится больше всех, учитывая ее стоимость. У нее есть очень хороший конкурент от Britax Römer, там Dual Fix Pro модель называется. Классная штука, но стоит прилично дороже, а получаем плюс-минус одно и то же.
Вот, я никак не хочу, в смысле, оскорблять, там, унижать при этом Рёмер. Britax — прекрасное кресло, достойнейшее, одно из лучших кресел. Ну, вот это сейчас, например, на текущий момент слегка дешевле. И, ну, не слегка, так, заметная разница. И поэтому оно по цене качеству, на мой взгляд, сейчас прям очень хорошее предложение. По тканям, сразу скажу, ткани очень приятные, дышащие, классные. Что касается дышащего, здесь полностью весь каркас, ну не весь, а основные места, они сделаны в сеточку, чтобы все это дышало, вентилировалось, потому что каркас вентилируемый. Так, давайте по комфорту разобрались, посмотрим, как ребеночек сидит при движении вперед. Вот у нас максимально сидячее положение по ходу движения. И смотрим, что у нас по положениям против хода. Секундочку. Угу. Так, смотрим его максимальное положение по ходу. Вот наклоняем и получаем очень-очень приличный наклон при движении вперед. Как по мне, это очень круто. Когда мы посмотрим на рынок кресел 0.1 и развернем их в по ходу движения, мы никогда не получим почти нигде вот такого большого наклона. Это уникальный случай, поэтому я и говорю, сейчас вот такой очень интересный вариант на самом деле. И помимо комфорта, здесь еще есть комфорт для родителей. Потому что когда мы подходим к автомобилю, например, вот вчера мы ушли, да, забрали ребеночка, и чтобы при посадке ребенка, например, на следующий день, сильно не залазить глубоко в автомобиль, оно у нас повернуто на себя, берем, вот так тянем, и оно выезжает из автомобиля, тем самым нам удобнее посадить ребеночка. Посадили, надавили, повернули, поехали. Вот это уникальная тоже опция, которая прям впечатляет. А, смотрите, сейчас вы, наверное, заметили, я кручу, верчу его на 360 градусов спокойно, но это благодаря тому, что вот здесь, например, есть переключатель снизу на базе, и он нужен для того, чтобы, например, здесь градация до 15 месяцев, после 15 месяцев, чтобы родители не путали и ни в коем случае не возили маленького ребенка по ходу движения, здесь стоит такой страховочный фиксатор, чтобы родители не перепутали, он зафиксирован, и он не пойдет по ходу движения, пока вы здесь не переключите, чтобы человек осознанно это делал, а не случайно. Вот для этого здесь это есть. Так, само кресло, естественно, крепится с помощью системы Isofix, друзья. Это классика. Вот, соответственно, выдвинули, пристегнули, упор в пол, и, собственно, можно ехать. Но из-за этого, скорее всего, у вас нет спереди Isofix, а вы не поставите его вперед. Ну да и ладно, ребенок пускай сзади ездит, и справа сзади, и где удобно посадить, на тротуар-выход, все как полагается. Вот, собственно, все, что хотел, друзья, рассказать. Рассказал, единственное, по ткани добавлю по уходу. Стираем до 30 градусов, чтобы ткань не села, и спокойно вы могли это все дело обратно одеть после стирки. Горячий постираете, она сядет, вы ее обратно не оденете. Поэтому имейте в виду такой нюанс. Собственно, все. Вопросы остались, комментарии открытые, пишите. Ссылочки, естественно, внизу в описании есть. Ну, а вам удачи на дорогах. Всем пока.